Шанс потренироваться, научиться чему-то новому. Я только что запустил впервые с того момента Street Fighter, переназначил кнопки и провел один бой за Зангиева. И, соответственно, я его выиграл с первого же боя. Победа. Сейчас, два часа, быстренько, буквально. Чему-то научусь, возможно. Играть буду на клавиатуре теперь, так удобнее, мне кажется. Так. Блять. И вот так. Все, я научился играть. Так, надо еще спешил его посмотреть. Вот это кадр мне нравится. Блин, отличная игра. Зангиев, русский или кавказец. Но я почитал его лор. Он основан на осетинском бойце реальном, который в Японии выступал в рестлинге. Так что, ну, наверное, можно считать осетином. Зефир. Британец какой-то, опыт есть. Я на калибровке напоминаю. Блять, не могу ничего сделать, он просто дрючит меня. Помойку. Первый забираем. Победа. А, он решил ливнуть, блядь. Встретился с сибирским экспрессом и соснул. Не, ну русский раз сибирский экспресс получается. Помойку. Хорошо. Да, неплохо, неплохо. А как тебе такое? Бля, бро. Блядь, как он догадался? Но я не умру от этого, мне кажется. У меня еще будет. Меня красивым назвали. Он такой думал, сейчас подхожу, и тут... Казах, ну, блин. Джами. Выпил, блядь. Кумысы, ёпта. Бля, он заряжается. Он раскрылся, раскраснелся. Похоже, мне нельзя было давать ему, блядь, пить кумыс. Так, я в дерьме. Нестандартное мышление. Нет, не помогло. Блядь. Блять, кумысыч, блять. Сука, блять, заебал. Все время одно и то же дерьмо делает. Нет, чтоб как я разнообразный бокс показывать. Я не знаю, блять. Просто два захвата сквозь тело кумысыча прошли. Неопытный, ну ладно. Ну, алкоголик, блядь, он... Ему не будет счастья. Я вот бросил пить и доволен. Зельда бой, блядь. Надо это... Настроиться. Бэм! На пол хп, сука. Дед, блядь. Хераси. У меня есть вот такой вот прием. Братик потеет, я вижу. Ну, наконец-то. Давай, старая жопа, на землю. Чё ты там жмёшь, гнида? Помойку. Игра была равна. Да нет, нет. Здесь было преимущество. Но Зельда бой там Агуша вместо интеллекта. Это самая вот неприятная тема. Вот это Ками. Не знаю, что-то я все время проигрываю. Уж не знаю, Ками виноват или это я такой. Так, ну этот вообще просто ногой машет и все. Ну как к нему подойти? Что за херня? Это непобедимо получается.
Да, тут можно было усилить. Вообще нереально. Ничего невозможно сделать. Всегда контратака на любые действия. Я уже попадался на такого же. Это тоже была Кэмми. Я хуй знает. Это рестлинг. Блять! Ну ладно. О-ху-ху. Но наказал все равно за наглость. Помойка. Ну, на добивание это самый лучший вариант. Никто не ожидает такой хуйни. Фух. Ух, нифига себе. Вот это стритфайтер, пацаны. Вот это да, смотрите. Потея. Видите? Помните прошлый стрим по стритфайтеру и эти рассказы о том, что он никогда не научится? Это неспособный парень, который только сосет. И вот этот стрим, победа за победой. Ай-яй-яй. Помойку. Собираешься поехать на Сибирском экспрессе? У меня было предложение, кстати, от РЖД рекламное, но я рассказывал. Ну, тяжеловато, мне кажется, 7 дней ехать. Ой, здравствуйте. 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 К вашим услугам. Фу, попущен одной кнопкой. Согласен. Ребят, ну, еще не могу сказать по поводу одной кнопки. У меня нету другой. Если именно это работает, то нет смысла ее не нажимать, понимаете? Просто в каждой компьютерной игре есть видеоигровой урод, который считает, что нужно... Знаете, как вот эти из Dark Souls, что нужно там какой-нибудь елдой самый несчастный бить, без всех помощников, без всего, и только тогда это легитимно. Так и здесь, наверное, как кто-то скажет, ху, одной кнопкой играет. Какая нахуй разница? Если она побеждает, то и ладно. Очевидно, что у меня не будет шансов выше ранка Iron, вообще никаких. Что это за ребенок сейчас? Посмотрим. Так. Зангиеву не нравится эта женщина. Блять, блять. Блять, ну почему, блять? Тварь, не хочу против. Не, это фрустрирующий меня персонаж. Не-не, пошел в жопу. Блять. Нет, это этот урод. Опять я не хочу с ним играть. Ой, заебал меня. Я не могу ничего сделать. Нет кнопок, блять. Которые не приводят к контратакам. Да блять! Как играть против этой шлюхи, блять! Какой мудак этого персонажа придумал вообще? Просто ублюдок, блять. Блять, бля, 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 блять! Я угадал атаку! Не хватило! Не-не-не, с ним не играю больше. С ним не играю. С этим не играю, не хочу. Погодите, он сам зассал. Ну и пошел нахуй, блять. Фу, блин, это первая камень, которую удалось победить. Еще и тот урод, с которым так тяжело всегда. Так часто меня возбуждаешь, что я хочу на тебя напасть. А ты обнимешь меня своими мускулами и подбросишь кверху жопой в воздух, опустив прямо на маты.
Было бы прикольно, если в Street Fighter была Мизулина. Добрый вечер, дорогие друзья. На сегодня я даже анонс давать не буду, просто поиграю для себя немного. Но я вот что хочу сказать. Я с собой заметил такую вещь, я не могу играть в игры, где надо с кем-то соревноваться. Я это перестал абсолютно делать, не просто из-за того, что мне это не нравится или еще что-то. По той причине, то, что... У меня что-то с нервами, короче, когда я играю в подобное. Я вчера об этом сказал уже так мельком, и пара человек предположила, что это связано там с нежеланием терять рейтинг или просто с неумением проигрывать, но на самом деле я бы не сказал, что это как-то связано с неумением проигрывать, потому что я всю жизнь проигрываю, и зачастую я даже хочу побыстрее проиграть, чтобы... пойти пиво пить. Много раз я даже специально проигрывал, чтобы поскорее освободиться. Ну, помните, может, как в серии «Саус Парка». Они в бейсбол все хотели проиграть. Вот я так же себя вел, поэтому проигрывать я умею, я всегда проигрываю. И, в принципе, я к этому привык. Касательно рейтинга, ну, во всех играх у меня обычно самый хреновый рейтинг, как и, например, в Street Fighter, но это как-то все равно не помогает, потому что, когда я играю, у меня такое ощущение, что как будто я на каком-то заполненном стадионе играю в такие игры, особенно на стриме, потому что много народу смотрит, обычно нет никакой поддержки, постоянная мошна, и ты как-то нервничаешь, психуешь, все время боишься тильтануть, лустрик свалиться, у меня начинается от этого псориаз, реально. Я... Пиздатый, ты мужик, нахуй. Вот я нервничаю то, и краснею, у меня вот эта херня вся от нервов. Я поэтому... пьяный капец. Да, водочки спасибо. Нахуячился. Хать, короче говоря, вот с нервами у меня какой-то непорядок, и я реально вот поиграю в фифу вечерок, и на следующий день весь краснющий облезает кожу. Поиграю там в Counter-Strike с пацанами, еще во что угодно такая херня, даже в Street Fighter. Поэтому как бы мне не нравилась игра, я не могу не играть в нее, потому что не могу успокоиться, успокоить свои нервы какие-то, блядь, психозы и... Все такое. Я посмотрел разные советы в интернете, как, типа, успокоиться во время игр там, и так далее. И ничего из этого не помогает. Это абсолютно адекватные вещи. Люди говорят, но это не работает. Ну вот. Ладно. Месть боксера. Ну, здесь, да, здесь ты постоянно сбиваешь женщин. Ну, может, мне поэтому и понравилась игра. Не то, что я люблю бить женщин. То, что я люблю, как бы, ну, как, не знаю, соревноваться с женщинами. Их легче обычно победить. Даже если там же сидит какой-нибудь потный чувак. Маким Сан, новенький, серия 4. Так, это кто-то, похоже, насмотрелся на меня и... Ну ладно. Блять! Да блин! Ладно. Я тоже такое умею. Давай. Меня возбуждают твои победы. Давай еще. Еще давай. Давай, да, да, сейчас дам. Сейчас попробую. Ну, я знаю, против кого я играю, как бы. Это как встретиться с самим собой. Да какого хрена? Чел, ты, блядь, неправильно играешь. Что это за позорище? Но он много надамажил, на самом деле. Ах ты, сука, все-таки сделал это дерьмо. Этого я не понял. Ну, блин, теперь я проебу, походу. Он что-то раскусил. Макима-сан. Прости, что отвлекаю тебя от... Нет, 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 нет. Но нет, мне нет. Срочно нужны контакты. Не а... дам. Умоляю тебя. Какой кал, просто кошмар. Да он не понимает, походу, как вообще игра работает. Но ему и не надо, он Зангиев. Когда-нибудь он разберется. Ну это халява, конечно. Да и 4, у него серия из 4 была, прикиньте, с такой игрой. Он просто, походу, Сибирин Экспресс спамил постоянно. И ему хватало, чтобы дрючить новичков.
Это актер, ну, может быть, сейчас много актеров попадается. Ребят, если вы меня знаете, и если вы актер, то поддавайтесь, конечно. Два потных здоровяка, крутящие друг друга по-всякому. Тебе важнее моего будущего? Мне нужна виза. Мэтт, прошу. Пошел ты. Ну, что-то меня расстроили эти два залива камень, на самом деле, вначале. Но когда попадаются соперники типа этого, прям такое удовольствие получаешь, когда метелишь их. Прям, ну, я не знаю, с чем это сравнить. Наверное, с тем, чтобы реально прийти в какой-нибудь спортзал, найти такого же толстяка, как ты, и шлепать вот так вот, чтобы с него аж пот тек. Приятно. Мэтт, передай привет Дашуле Качневой из Казани. Дашуле Качневой из Казани, привет тебе огромный от... какого-то Скуфидона, имя которого я не успел прочитать, но он тебя любит. Хочет полизать твою письку. Вот этого тоже не люблю, честно говоря. У него прессинг нереальный, особенно если в углу встать. Гагулик из Азербайджана, 2669. Блин, он потеет! Он потеет, пацаны, прям потный, потнич. Старается. Блять, ейблан. Зачем я так рано схватил? Я, соберись, ты же я стараюсь, я стараюсь. Наебашь этого гагулика и бычего. Тваря. Далеко? Не, нормально. Этого не хватит, но будем стараться. Он наверняка тоже кнопку сейчас попробует прожать, надо попрыгать немного. Найс! Забрал Седжа, да? Он, походу, ливнул или что-то типа того, может, компьютер разъебал клавиатурой. Да, да, короче, горячий азербайджанский парень не смог простить себе поражение борцухи. Мне нужен сейчас казах. Ну, спасибо. Сосочки, все как мы любим. Тварь, блять. Ну, естественно, захват, блять, что еще? Чудом победил, что ему дамага не хватило. Давай! Хорошо, блять, бей бабу! Си. Ебаш, три средних дальние ладошки. А, три средних дальние ладошки. Сейчас буду тогда. Я долбоёб. Ладно, я победил, но я долбоёб. Бля, почему я её прожал, когда она вверху была? Я не знаю, невозможно это объяснить. Это что-то не то с головой, я... Когда мне ебашит ладошки? Повтори донат, пожалуйста. Да, блядь, против неё вообще хуй что сделаешь? Как она заебала, блядь. Блядь, тварь ебучая. Говно, блядь, опять угадал, блядь. Этот персонаж ещё тупее моего, по-моему. Сиди просто и жми то же самое, что соперник, блин. Полетаем. Подбежал уже добивать, так я думаю, Дзангиев сдался, ему нечего показать. Писик. Давно я камень не побеждал, давно, надо сказать, прям. Илюша, я скуфозавр 192 сантиметра 88, крепко тебя обнял и почесал. Блять, скуфы, отвалите от меня! Хули вам от меня надо, скуфы! Хе-хе, Сибирский экспресс прозевал. Еще раз. Эх, Twitch TV. Учись, малютка. Выйти? А куда? Я выгляжу намного лучше, чем этот стример. Не слушайте его. Скопенди.
Хорошо. Вот такая игра на самом деле нужна была бы папичу. Вот подскажите ему, он нам скажет какое-то мультяшное говно. Но здесь-то круто, то что все зависит только от тебя. Нет никаких долбоебов, которые потянут тебя на дно. Есть только ты, Ранг и Зангиев. С одной кнопкой. Хонда Сумаист. Хонда Сумаист один из худших персонажей во всех тирлистах. Жалко, что у нас вообще нет контента по стритфайтеру на людей, которые умеют играть, потому что приходится англичан смотреть всяких. А англичане смотрят японцев. Но у меня уже хорошее настроение, типа бронза. Я сегодня еще погулял так хорошо. Выехали с женой на природу. Рядом с прудом погуляли, потом в какой-то лес сходили, по каким-то полям побродили, так кайфово. Прям Россия. Не с угодом. Говоришь, а мне показалось, что похож на него в молодости. Хотя, может, это у меня чукче странное восприятие действительности. В любом случае, я доволен. Блин, да он на самом деле Зангиев на Дацика похож. Какой из них я? А, Фру! Я знаю, кто это. Сейчас расскажу. Вызывало бы эмоций больше, чем на день. Перестать искать сама найдется? Или че делать? Я не знаю, чувак. Зачем тебе эта тянка, когда есть Зангиев? Короче, это Frozen, я играл 2 дня назад, он был на 1000 рейтинга на Каме, его все пиздили. Но судя по тому, что произошло, видимо, он это осознал. Сейчас надо... Вот видно, что ты гой, Илья. Давно бы договорился с каким-нибудь адвокатом, чтобы ты к нему отправлял... Блять, ну он, сука! Да пошел ты со своим адвокатом, блять! Как ты заебал, тварь, блять! Заебал, блять, все мозги уже выебал, блять, своим адвокатом. Урод, блять. Илья, мои дети тоже не спят. Слушай, тебя буду... Нахуй вы их завели, блять, отъебитесь своими детьми. Я так нихуя и не придумал. Да, похоже, я им проиграю, блять. Зачем вообще я подсказал этому уроду персонажа своими постоянными победами? Банчиком увидел ваш стрим, чё тут? А какая влияет 25 плюс лет мужику сидит в человечках? Да, человечки. Я в твоих годах уже старший слесарь был. Ладно, до встречи. Блин, вот ему не лень от Сибирский экспресс усилять чуваку. Хорошо. Чудом, блин, какой же пот. Твою мать. Ну как он, блять, классно сделал это. Продумал прям реально. ГГ. Нет, еще не ГГ. Смешная история недавно произошла. У меня 5 маленьких детей. Каждому очень нужен адвокат, который помогал тебе тренировать... Опять упали на нуля. Тот адвокат, который помог договориться... Зангиев победил. А когда-то он не мог вообще ничего сделать, на самом деле, против меня, вот этот чувак. Канаками играл. Фух, ну это было прям совсем ужасно. Тяжело. Атомик Скуф! Из Беларуси играет за Хонду. Тут что-то не так. Я ни разу не видел Хонду, я даже его приемов не знаю. Я понял примерно набор приемов. Ебать! Хватит! Блять, я сейчас на Хонде пойду играть. Это что вообще происходит? Пиздец, как это дефать? Ну ладно, я могу стоять в бесконечном этом, блядь, дерьме. Короче, а Сибирский экспресс контрит эту залупу, потому что он прожимается позже. Блядь. Я не буду с ним играть, нахуй атомного скуфа, нахуй. Нахуй атомного скуфа, блять. Не хочу, блять. Это жирное чудовище летало по всему экрану. Какой-то кошмар. Смотрю я на эту игру и прям... Блять! Как? Не надо. А, это другой. Засовывает свои пяточки мне в рот. Чё за хуйня началась? Это какой-то, типа, блять, флешмоб атомных скуфов против меня. Окей. Okay.
Ах ты сукин сын, блядь. Да что такое? Ничего не могу. Мне везет, что спешл Honda контрит, блядь, Сибирский экспресс. Бля, я стоял в дефе, но... Блин, я не знаю, полет с куфа, блин, он еще и на карты садится. Блять, сука, как ты заебал, с куф! Нет, как? А как это произошло? Я не понял, но я закину теперь, это однозначно. Ну теперь я закину, я не понимаю, блядь, он от немощи упал, блядь, и я отсосал. И у меня кнопка не работает больше. Ну пиздец, ну это бред, так не должно было быть, ребята. Ну что это за хуйня? Ну Скуф победил, блядь, но это победа с запахом говна. Блять, я его ща выебу, короче. Ну его нахуй, блять, этого Скуфа, блять. Заебал, блять. Я его ща просто, блять, выверну наизнанку, блять, своими китками. Тварь, блять. Ну это несправедливость была полнейшая. Полетели, блять. И так будет с каждым. Так будет с каждым, кто меня обидит, блин. По несправедливости. Так, какой-то Растаман, такого не знаю. Нет, знаю, это витюбер. Зайдите к нему, скажите, чтобы и что я рейтинг фармлю. Пусть сольет. Я на него рехост поставлю, если сольет оба раунда мне. Ну все, никакого рехоста. Никакого рехоста, уроду. Видеоигровому. Так, погодите. Похоже, будет рехост. Пусть сидит, ждет тогда. Через часик где-то. Сдает. Ну, конечно, сдает. Он же нормальный парень. Нормальный витубер. Я бы и так победил, один фиг. Нужна глубокая аналитика, топ 100 игр от GQ. Ну может попозже. Ой, блядь. Блядь, против Сангива этого читерского играть вообще никакого желания нет, на самом деле. Ебланский персонаж, абсолютно душнейший. Слишком он перебздел, мне кажется. Надо было что-то решать. Блядь, Сильвер. Я такого даже не ожидал, честно говоря. Не, не хочу. Честно говоря, представить, что я Сильвер ап, но это уже даже тяжело было представить. С моим уровнем игры. Блин, Лунапопик. Ну, тут уже не важно. Может не сливаться. Подеремся. Блять, он набафлся. Я не видел никогда этого персонажа. Даже не знаю, что он делает. Ну, понятно. Лунапопики читают меня уже, как открытую книгу. Смотрите, что творит. А можно поиграть-то вообще? Лунапопик, дай поиграть. Да ты, блядь, успокойся! Что это за хуйня? Это... Что вообще? Это спецприемы какие-то или что? Да, блядь, он даже пернуть не дает! Я, блядь, ударить не могу ни разу! Кошмар! Да пиздец, вообще просто не выпускает из танки комбо по 50 ударов. Чё за ебота? Я не хочу, не, отстань. Пизду, блядь. Взял какое-то дерьмо зеленое, блядь, и душит им. Да, конечно, актер, конечно, актер. Конечно, он поддался во втором матче, тут даже сомнений быть не может. Вы что думаете, он мог проебать, пробивая, блядь, по 500 ударов подряд, блин, по ебальнику. Нам нужна честная победа нужна. Хотя не, нам не нужна вообще никакая победа, я устал. Честно вам скажу, блин, 3 часа ебашиться в рангиде. Я думаю, этого достаточно.